Световые дни в Артемовском городском округе заметно укоротились, а как известно, именно в темное время суток преступники предпочитают делать свое черное дело. Противостоят им наши полицейские, стараясь, чтобы жители муниципалитета чувствовали себя в безопасности, могли без страха жить, работать и воспитывать детей. О том, какую работу провели артемовские правоохранители на прошлой неделе, рассказал Дмитрий Исаков, начальник дежурной части ОМВД по Артемовскому городскому округу. За период 28 сентября по 4 октября текущего года в КУСП МВД России по Артемовскому району зарегистрировано 237 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 19 сообщений зарегистрировано с признаками состава преступления, из которых 8 фактов содержат признаки примитивного состава и 11 фактов содержат признаки преступления средней тяжести и по более тяжким составам преступления. По 153 сообщениям принято решение в дежурные сутки, из которых по 5 возбуждены уголовные дела, по 27 материалам проверок принято решение вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 18 материалов проверок направлено по территориальности и последственности, по 52 материалам проверок принято решение о приобщении в специальное номенклатурное отдело, как не нашедших свое подтверждение. По 11 сообщениям составлены административные протокола. 28 сообщений приобщено к ранее зарегистрированным фактам отказа на возбуждение административного производства по 9 сообщениям. На территории Артемовского городского округа по подозрению в совершении преступления задержано 4 человека, один из которых в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении 3 применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Доставлено в дежурную часть МВД России по Артемовскому району было 13 граждан. Данные граждане дактилоскопированы и поставлены на фотоучет. Выявлено административных правонарушений было всего 502, из которых по линии ГИБДД 427. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Артемовского района было проверено и осмотрено 421 единица автотранспорта, 515 лиц проверено по базам ИБДР на розыск и на наличие неоплаченных штрафов.